Антон, меня слышно? Мы, как и писал уже Виктория в чате, начнем ровно с 14:00. Мы – это Евгения, наш сегодняшний эксперт, и я, который буду озвучивать вопросы и задавать те, которые мы для вас специально подготовили. Ну, у нас еще 12 минут, поэтому пока мы отключимся, с вашего позволения, и придем уже в то время, в которое нужно. Добрый день, уважаемые коллеги, все здесь присутствующие, сочувствующие процессам преподавания и так далее. Остается буквально 2 минуты до того, как мы уже официально начнем наше сегодняшнее мероприятие. Мероприятие не совсем обычного формата. Это не классический вебинар, в котором спикер, докладчик рассказывает какой-то некий нарратив некоторой продолжительности о том, что его волнует, и то, что, по мнению организаторов, волнует присутствующих. Это сегодня у нас формат диалога, такой онлайн-интервью. Формат очень модный, молодежный, современный. Мы постараемся, чтобы он был помимо атрибутов хайповости еще и полезен для вас. И в связи с этим вот какое замечание про организацию сегодняшнего события. Первые полчаса примерно мы обсудим с Евгенией, вот Евгения здесь присутствует, с нашим экспертом-психологом. Я чуть подробнее представлю ее, чуть позже представлю ее подробнее, безусловно. Первые примерно 25-30 минут мы обсудим те вопросы, которые мы уже собрали в процессе подготовки к этому мероприятию. Это вопросы, как результаты опросов нашей базы преподавателей, наших коллег, которые мы отобрали по принципу частотности и, не знаю, животрепещущести. А дальше оставшиеся 30 минут у нас будет что-то вроде консультации по вопросам, связанным с, не знаю, с преодолением себя, помощью себе. В общем, такая импровизированная психологическая профессиональная консультация по тем вопросам, которые зададите вы. Можно задавать в течение всей нашей встречи. Она продлится у нас примерно час, то есть 2 часов по московскому времени до 3. Вопросы есть специальная, вот на платформе Proofme есть специальная зона для вопросов. Вот там у нас инверсивная версия, да? Там есть такая штучка вопросы, вы можете их писать туда. Можете писать их прямо в чат, это тоже совершенно нормально. Я буду, и мои коллеги, мы их будем модерировать, выбирать те, которые кажутся нам наиболее, скажем так, которые могут заинтересовать самое большое количество участников и задавать их Евгении для того, чтобы получить на них квалифицированный ответ. Примерно так. Ну, и я так понимаю, что время у нас подошло, и мы можем начать. Начнем с того, что, почему мы вообще решили само это мероприятие провести не с точки зрения формата, а с точки зрения темы. Учебный год начинается уже на следующей неделе. Учебный год – это всегда стресс, потому как целые 9 месяцев в школе, в вузе, а может быть и побольше, нам предстоит работать много со студентами разной степени мотивации, способностей пробиваться через разные административные препоны, которые нам подготовили в разных министерствах, будь то Минпросвет или Минобрнауки. Они так страшно называются, что ничего хорошего от них, наверное, ждать нельзя. И как и у студентов, так и у преподавателей перед началом нового учебного года есть опасения, есть что-то даже может быть. Я могу неправильно употреблять психологические термины, поэтому, ну, Евгения меня за это поругает. Что-то вроде фрустрации, что-то вроде пониженного жизненного тонуса. Ну и вообще лето еще кончается. А летом, я так понимаю, что тоже, в общем, лето было специфическое, коронавирусное. И полноценно отдохнуть, я думаю, что получилось не у всех, к большому сожалению. Особенно если в регионе, где вы живете, с погодой было не так все здорово.
или были какие-нибудь интересные внешние факторы, как, например, в Беларуси, где я сейчас нахожусь. Вот мы и решили провести такую встречу для того, чтобы помочь преподавателям ответить на те вопросы, которые могут помешать им полноценно с пользой и радостью для себя влиться в учебный процесс уже со следующей недели. Я сегодня в функции модератора, ну а в функции эксперта у нас сегодня Евгения Боровенникова, психолог-консультант с огромным стажем, руководитель долгое время службы психологической поддержки в Skyeng, тоже преподаватель в анамнезе, специалист именно по выгораниям и специалист по выгораниям именно в помогающих профессиях. Что помогающие профессии? Есть такая, вот в консалтинге есть такое понятие, как consulting mentality. Это когда ну, человек занимается какими-то вещами, которые непосредственно влияют на других людей, которые им помогают, это и консультирование, и преподавание, и ну, большое количество всяких сервисных служб и так далее. И вот у такого серьезного специалиста мы сегодня попросим помощи. Я абсолютный дилетант в том, что касается психологии, поэтому все эти вопросы, которые мы будем сегодня задавать, они актуальны и для меня, как для преподавателя, и, я надеюсь, будут актуальными и для вас. Ну и для того, чтобы очень долго не запрягать и поехать уже сразу в ответы на вопросы, в сплошную пользу, да, сейчас мы будем заниматься причинением пользы, мы, наверное, перейдем уже сразу к вопросу, чтобы побольше времени осталось. Этот вопрос, который был сформулирован молодыми преподавателями, которые не так давно закончили педагогические или околопедагогические учебные заведения, и для которых важной проблемой является понимание, насколько они хороши или не хороши. Потому что такое хорошо и что такое плохо, если вы помните себя или сейчас находитесь вот в зоне начала своего преподавательского роста, то это очень большой вопрос. Да? Вот вопрос сформулирован так, что есть ученики, с которыми ничего не выходит, коммуникация вроде нормальная, вроде никаких нет, там, не знаю, нейрофизиологических заболеваний, но ничего не работает, результативности никакой нет. Что с этим делать, как перестать копаться в себе и как, в общем, выйти из этой не очень приятной ситуации. Евгения, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Знаете, самый главный тезис, который я здесь вам хотела рассказать, это развлечение процесса обучения и результата обучения. И очень часто, да, с третьего пункта начну, очень часто бывают ученики, которым важнее процесс. У нас в Skyeng, вы знаете, ученики очень разного возраста, разных целей, мы об этом еще поговорим. И иногда результата может не быть. Это нормально. Не переживайте из-за того, что его нет. Подумайте, может быть, ваш ученик как раз из тех учеников, которым важен процесс, важно общение с вами, важна атмосфера, скорее, очень позитивная, интересная, зажигательная. Он хочет общаться, хочет обсуждать разные топики и материалы. Но даже если это не приводит к каким-то высоким академическим результатам, он добился того, чего хотел. Поэтому очень важно начинать с изучения цели каждого ученика. И очень важно изучать, найти настоящую цель, провести расследование, потому что цель изучения иностранного языка может быть очень разной. И если, например, нет никаких сроков в изучении, да, у нас бывают ученики, которые приходят для того, чтобы сдать экзамен, и что-то нужно что-то еще, и есть конкретные сроки, тогда человек мотивирован, заряжен к конкретному сроку получить результат. Если этого срока нет, желательно создавать его, ну, даже немножко искусственно.
делить вашу задачу на части. Давайте попилим слона, хобот приготовим к 1 июня, и все остальное, остальные части, например, к 10. И мне кажется, что это будет правильным с точки зрения там, целей, ставить их, даже если их не было изначально. Потом очень важный вопрос – это, конечно, мотивация. Знаете, если ученик занимается под давлением, очень тяжело достигать результата, потому что давление – это дополнительный стресс на обучающегося, и давление – это то, что даже может блокировать когнитивные способности, то есть способности к обучению могут под влиянием стресса снижаться. Если этот стресс есть, вы выяснили, что он есть. Если есть давление, ваша задача часть этого стресса снять во время обучения. Сделать процесс настолько интересным, чтобы достижение результата не казалось таким страшным. Не было настолько стрессовым. Поэтому если подводить итоги по этому вопросу, даже если вы не достигаете высоких академических результатов, это не значит, что вы что-то делаете не так. Возможно, эти результаты в каких-то случаях не нужны. А если эти результаты нужны, значит, нужно пилить слона, не переживать и идти к своей цели. Уточнение небольшое. А вот есть такая фраза, которую один из наших ведущих методистов Юрий Беланов очень любит, про первое впечатление, которое нельзя произвести дважды. Как понятно, что ключевой вопрос здесь, не все ученики имеют целью изучения английского языка выучить английский. Да, тут, наверное, мы не можем спорить. А как быстро понять, что вот этот ученик, ему нужен результат во что бы то ни стало, даже он там ленится и что-то, но результат ему нужен. А вот этому не нужно, он поболтать пришел, просто пришел рабочего дня рассказать, что он думает про Илона Маска кому-нибудь, потому что никто больше, кроме преподавателя, слушать этого не хочет. Нужно проводить расследование, спрашивать ученика о том, зачем же он пришел. И знаете, очень часто бывают случаи, когда, скажем, ученик декларирует одну цель, а она по факту другая. Ну, например, ученица декларирует, что она хочет найти работу, а по факту она хочет выйти замуж. И очень важно создать теплую доверительную атмосферу между учеником и преподавателем для того, чтобы в конце концов вам стали доверять и ученик свою истинную цель раскрыл. То есть доверие между учеником и преподавателем – это, наверное, ключ к успеху в выяснении целей истинных. Тут не могу поспорить с этим. И вот про ложные цели, ведь бывает так, что у меня встречались в практике такие ученики, которые хотели очень бизнес-английский. А не потому, что им он нужен, а потому, что это, социально ожидаемый ответ. То есть вот я мужчина, мне 35 лет, я изучаю английский, у меня очень низкий уровень, мне немножко стыдно, что у меня в 35 лет элементарий еле живой, но вот я решил это делать, потому что мне нужен бизнес английский. Хотя на самом деле нет, я бизнес не веду, работаю в компании, где английского вообще практически не используется, но почему-то я так отвечаю, потому что, чтобы повысить мотивацию, а если особенно какая-нибудь привлекательная девушка. У нас немножко пропала Евгения, вот она возвращается. Я здесь. Угу. Как убеждать, не то что убеждать, а ведь ученик может в это еще, пока доверие не сформировалось, он же может в это верить и говорить там, это вот то, что мне нужно. Как его разубедить, может быть, или поставить под сомнение, чтобы он сам засомневался в том, что это на самом деле его цель? Мне кажется, надо много разговаривать, да, и если бизнес английский – это не то, что надо человеку, это очень быстро выяснится. Потому что, например, можно задать вопрос про практическое применение. Да, а где вы собираетесь использовать ваш бизнес английский?
И, Антон, откуда ж мы знаем? Может быть, человек вот сейчас работает, и нет у него английского, он мечтает о том, что он выучит бизнес-английский и перейдет на другую должность в другой фирме. Да, может быть, это какой-то задел на будущее, и надо о будущем разговаривать. Как вы видите, собственно, это будущее с использованием английского языка? То есть, может быть, надо говорить не только про цели, но и про мечты, про желания. И уже от этого отталкиваться. Ведь английский – это не просто набор навыков. Да? Это такой ключи от очень многих дверей. Важно тот самый ключ подобрать. Угу. Вот вопрос Марии Лутовой по поводу того, как измерять результаты в случае важности процесса и отсутствия целей. Это очень хороший вопрос. Здесь у меня только есть небольшое, хотелось бы уточнение от Марии, а зачем измерять тогда результативность, если нам нужен процесс? Если это вопрос, ну, скажем, результатов требует учебное учреждение, в котором вы работаете, это немножко другой момент, и мы о нем поговорим, у нас есть там блок про аттестацию. А если вы имеете в виду что-то другое, то здесь, конечно, мы с удовольствием услышим от вас некоторые уточнения. А и вот вопрос от Анны Устивановой про подбор ключиков. Вот пример подбора ключика к какому-нибудь залоченному, простите за каламбур, неудачный ученику. Очень индивидуальные на самом деле кейсы, с которыми мы сталкиваемся. Но вот в моей практике, давайте я вам расскажу, как это бывает. Был очень интересный молодой человек, который занимался английским и 6 раз подряд просил поменять преподавателя. Ни один преподаватель, собственно, не расспросил его подробно о том, чего же он хочет. На самом деле выяснилось, что молодой человек хотел молодую девушку, симпатичную преподавателя английского языка, с которой можно вместе обсуждать их теологию на английском языке. Да, да, реальный абсолютно прошлогодний кейс. Вот, поэтому... Их теологию на английском языке. Очень специфические запросы, конечно, было сложно подобрать преподавателя. Вопрос в том, что, к сожалению, не выяснили до этого. То есть понадобилась помощь психолога для того, чтобы разобраться в том, чего же на самом деле хочет ученик. Вот, вообще нужно спрашивать, чего вы хотите, куда вы стремитесь, зачем вам нужен английский, насколько быстро он вам нужен. Приведите примеры использования английского в вашей жизни, где вы его используете. Если этого нет, а где вы хотите использовать? Может быть, вы путешествуете или собираетесь путешествовать. Может быть, вы на работе хотите по карьере продвинуться? Или вы хотите вместе с детьми, не знаю, говорить на английском дома в семейной обстановке? То есть вот отталкиваемся от того, что нам отвечает ученик. А он может ответить все, что угодно, будьте готовы ко всему. Это да. Это бывает. Хорошо. Здесь есть 2 комментария, но это комментарии про администрацию. Конечно, здесь мало что можно сделать. Администрация, ну, требования администрации иногда идут вразрез даже со здравым смыслом. Да, поэтому это правда. Что ж тут мы можем сказать? Вот. Мы перейдем, наверное, к следующему блоку вопросов. Это вопросы от преподавателей уже более опытных. И именно тех, которые вот в период нашей тяжелой пересадки всех на онлайн в марте-апреле этого года попробовали вести впервые, может быть, уроки групповые, в Zoom, в Skype и так далее. И это вопрос про концентрацию внимания. Он очень частотный, как раз от преподавателей с опытом. Как понять, что вот моя аудитория, которая иногда включает камеры, иногда не включает, я не знаю, чем они занимаются в процессе моего урока, я не могу даже на них, ну, как бы иметь полное основание крикнуть, потому что мало ли в камере не работает. Как мне убедиться, что все сохраняют внимание в момент онлайн-урока, группового?
Антон, мы тут пропустили вопрос. Вот очень просят наши участники ответить по поводу младших школьников, и потом мы перейдем, собственно, ко вниманию. Знаете, про младших школьников очень важно у младших школьников снять стресс. Потому что осознайте, что он у них тоже есть. И он тоже точно так же, как и взрослым, мешает воспринимать. Понятно, что, и знаете, здесь проблема еще в том, что это цель не ребенка. Цель, это цель взрослого. Очень важно, чтобы ребенок, даже с младшей школьники способны уже сформулировать цели. Может быть, вам нужно будет помочь их сформулировать. Но очень важно, чтобы ребенок хотя бы маленькие цели, но ставил самостоятельно, именно в английском языке. Тогда вам будет легче. Работайте над формированием детских целей. Так, теперь по поводу неуспевающих в школе. Знаете, здесь, правда, нет универсальных рецептов. То есть, если нужно вытаскивать мотивацию даже из самых-самых-самых глубин, то точно так же, как и со взрослыми разговаривать с детьми о том, чего они хотят. Связывать английский язык и их цели. Даже если они совсем ничего не хотят, спросите у них, кем они хотели быть, когда они были маленькими. О чем ребенок мечтал? Такого не бывает, чтобы ребенок вообще мечтал ни о чем и ничего не хотел в самом младшем возрасте. Это потом уже, когда возрастает давление, некоторые ребята теряются и цели свои теряют. Разговаривайте с ними. Я думаю, что и точно так же надо разговаривать с родителями. Лишнее давление на ребенка не способствует обучению. Это должны все усвоить, и родители, и преподаватели. Снимайте пресс, и вы увидите, насколько всем станет легче. И тогда в продолжение еще один шикарный вопрос про то, прям сформулированный не в бровь, а в глаз. Как мотивировать шестиклассника? Чего хочет этот шестиклассник? Что он любит? Может быть, он любит Майнкрафт. Может быть, он рисует комиксы. Может быть, он мангу хочет сделать, хотел бы, да? А вдруг он сможет сделать мангу на английском языке? Разговаривайте с ним на одном языке, спрашивайте. Даже у самых низкомотивированных шестиклассников обязательно найдется какой-нибудь тайное скрытое хобби. Покажите, что вам можно доверять. Покажите, что с вами можно об этом разговаривать. И тогда удивительно, как шестиклассники и пятиклассники начинают взахлеб о чем-то рассказывать. Свяжите это с английским языком. И у вас все получится, правда. Это практический опыт. Да, к сожалению, ничего не хочет и ничего не любит. Не бывает такого. Правда, не бывает. Он, может быть, не хочет рассказывать, потому что до этого несколько лет подряд, это уже, знаете, вопрос значимости обесценивания. Если несколько лет подряд ребенку говорили о том, что его, вот твои-то хобби, они ничего не значат, у тебя экзамены, у тебя уроки, почему ты этим занимаешься, это совершенно ничего не стоит. Ребенок начинает, собственно, разуверился в том, что он действительно что-то стоит. Но отлично. Если ребенок любит гулять на улице, отталкивайтесь от этого. Уличные виды спорта, граффити. Здесь столько всего можно интересного накрутить. И, конечно, надо разговаривать. То есть ваша задача, как преподавателя, дать ребенку понять, что вам можно доверять. Что вы не будете давить, что вы не будете жестко разговаривать, что вы цените его как личность, как чудо, которое к вам пришло. Да, и про Майнкрафт действительно просто взахлеб рассказывают. Майнкрафтом увлекаются все. Если вы ничего не знаете про Майнкрафт, пора изучать. Давайте вернемся тогда к опыту посещения вебинаров. Ну вот мы чуть-чуть про внимание поговорим. Угу. Если вы работаете с детьми, то меняйте деятельность каждые 7 минут. Собственно, наша платформа Skyeng построена на том, что наши уроки сформированы, исходя из этих принципов. Старайтесь, чтобы у вас не было огромных текстовых блоков.
если вы работаете с детьми, бесполезно. Ребенок хорошо воспримет только первые 5 предложений. Все остальное пройдет мимо его сознания. Разбивайте текстовые блоки, делайте ставки. Если вы не работаете в Skyeng, у вас, ну, наша платформа, понимаете, она вне конкуренции в плане работы с детьми и с подростками. Готовьте самостоятельно. Дети сейчас не воспринимают текстовую информацию или очень ограниченно воспринимают. Контент должен быть ярким, визуализация должна быть, фото, картинки, видео. И обязательно спрашивайте насчет контрастности, потому что этот момент забывают преподаватели, у всех разные гаджеты, и если контрастность будет не очень хорошая, и материал будет не очень хорошо восприниматься. Угу. А как убедиться, что, ну вот есть какие-то, не знаю, маркеры, что человек внимателен или невнимателен? Как поймать вот это вот угасание, когда человек вроде с вами разговаривал, а потом он так раз и куда-то смотрит? Вот. Это и есть маркер. Если ребенок отводит взгляд, если ребенок начинает ерзать на месте, да, у нас включается язык тела, то есть наш мозг, ну, как бы мозг ребенка дает понять, что все, внимание потеряно. Нужно вернуть коннект. Почему, например, на уроках в средней школе есть физкульт-минутки? Для того, чтобы ребенок снова освежился и смог вернуться к уроку и смог опять воспринимать то, что ему говорят, нужна физическая деятельность. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас ребенок отвлекся, сделайте разминку минутную. Есть даже специальные готовые комплексы, они, конечно, помогают. Вот. Следите за языком тела. Если тело начинает двигаться, оно дает сигнал, что устало. Если сидит неподвижно, но при этом отсутствует, что говорит, как говорит, куда смотрит, следите за мимикой, потому что, может быть, если, например, уголки рта опущены, сразу понятно, что, наверное, ребенок загрустил. Да, вот сейчас Антон говорит, ребенок загрустил. Что случилось? Что у тебя, может быть, у тебя что-то произошло? Проявите внимание. То есть каждого ребенка, понимаете, внутри целой вселенной. Если мы с ней не будем никак взаимодействовать, наши космические корабли не взлетят. Разговаривайте. Это самый главный тезис. Разговор и доверие. Угу. Да, Антон, угу. У нас там еще немножко про взрослых есть. Так, это в блоке вопросы. А нет, в блоке вопросов у нас комментарий про уличные танцы. Это все очень, ну, просто полюбопытствуйте, довольно интересный кейс. Так, а какой вопрос про взрослых у нас? Я что-то не вижу здесь. В презентации, если дальше, у нас там еще было... Прошу прощения, я думал, это вопрос. Ну, чуть-чуть про взрослых. Если вы учите взрослых, это не значит, что им не нужен интерактив. Точно так же, как и детям, взрослых нужно включать в момент урока. Ученик должен быть активен. Это, собственно, самый главный педагогический принцип. Если вы работаете со взрослыми, обратите внимание, у взрослых сейчас есть исследование о том, что порог внимания взрослых точно так же падает, и вот это время, которое взрослый может быть сосредоточен на материале, оно будет сокращаться. Сейчас это 10-12 минут по исследованиям, то есть имейте в виду, что вам нужно через 10-12 минут сменить либо деятельность, либо форму подачи материала, либо что-то поменять, и таким образом вот вы, собственно, двигаетесь. И очень важна также структура урока. Мы, собственно, про это все время говорим. Сначала должны быть приветственные вопросы, включающие в контекст. И очень важно также в конце урока ученик должен подводить рефлексию самостоятельно. Не вы, а ученик. Пусть он расскажет, что он узнал на этом уроке, что ему было интересно, что, может быть, было не очень интересно, что бы он хотел в следующий раз поменять. Даже самые маленькие дети могут, в общем, сказать несколько слов, я думаю, что они будут ценными.
По поводу взрослой ученицы, которая от Елены вот вопрос, не включает камеру во время уроков. Знаете, может быть, она просто не работает, вы спрашивали об этом. Если камера работает, ученица говорит, что она не хочет показываться, но можно рассказать о том, что для вас важен контакт личный, и вам важно видеть ее во время урока. Не могли бы вы включить камеру? Давайте все-таки попробуем вместе, вдвоем поработать. И если вы, убедите ее, что если она включит камеру, ничего страшного не случится. Еще у меня есть подозрение такое небольшое. Елена, во сколько у вас уроки обычно с этой ученицей? Угу. Потому что утром иногда бывает такое, что люди просто, по их мнению, не привели себя в порядок и не очень хотят показывать, что они только что проснулись. А в 16 часов это подозрение отметается. Смотря где ученик живет, тоже, знаете, бывают разные варианты. Поэтому можно просто спросить. То есть я думаю, что надо начать с прямого вопроса, да? Что-то не так с камерой, почему вы ее не включаете? Здесь, если очень вежливо спросить, ничего такого страшного в этом вопросе нет. Потому что мы все-таки за то, чтобы камеры были включены и все всех видели. Угу. Отлично. Давайте пойдем дальше к следующему вопросу, который тоже многих интересует. Учебный год начинается, а я очень туда не хочу, потому что я все. И вот это выгорание, баланс жизненных сил, особенно это будет, это сейчас, если еще у нас есть какая-то энергия после какого-никакого лета, то где-нибудь в ноябре, когда вот это все почернеет, помокреет и станет неприемлемо жить, вот этот вопрос будет самым актуальным. И что тогда делать? Как вот с этим ужасом бороться? С бёрн-аутом пресловутым? Как бороться с выгоранием? Знаете, наверное, с себя надо начать. Если вы ощущаете, что вы куда-то не туда идете в профессиональном плане, проведите саморефлексию, спросите себя, что я хочу, чего я хочу. Если бы мне не надо было зарабатывать, занимался бы я тем, чем я занимаюсь сейчас, или, может быть, чем-то другим. Как я хочу строить свою профессиональную карьеру? Хочу ли я строить ее вообще? Хочу ли я работать в преподавании? Да, насколько мне нравится, насколько мне комфортна моя работа? Где бы я хотел... Самый банальный вопрос, который задают на собеседованиях, но он от этого не становится менее актуальным. Где я себя вижу через 5 лет? Что бы я хотел через 5 лет, чтобы у меня было, где бы я был, чем бы я занимался? И очень полезно было бы это записать и сохранить. Если вы совсем выгорели, возьмите краткосрочный отпуск. То есть, знаете, буквально даже 2 дня иногда бывает меняют человеческие жизни, и человек собирается с мыслями, и когда у человека краткосрочный отпуск, еще можно за это время принять какое-то решение. Очень важно принимать решение взвешенно. Не на эмоциональном подъеме или сильном спаде, а все-таки выйдя из системы, посмотрев снаружи на себя, на свою работу, на свою занятость. И вот тогда уже можно это решение принимать и собраться с мыслями. Планируйте. Если вы до сих пор этого не делаете, начинайте. Нужно планировать день, неделю, месяц, квартал. Планирование снижает стресс, снижает градус неопределенности. Планирование помогает вам без страха, скажем, посмотреть в следующий день. Если с планированием совсем ничего не получается, есть определенные техники, и есть то, что есть дневники, и даже есть готовые формы для того, чтобы планирование заполнять. Все это есть в интернете, можно найти. Если у вас есть семья, если у вас есть близкие люди, с которыми вы проводите, да, посвящайте целый день. То есть у каждого человека для того, чтобы не выгореть, выходные должны быть. Хотя бы один. Посвящайте семье отдельный день. Не стройте никаких планов, кроме семейных, на этот день. Не ставьте на этот день уроки. Желательно еще, знаете, не подходите к гаджетам. Вот это прямо такой совет,
не трогайте телефон, не садитесь за компьютер. Планируйте так свой выходной, чтобы не заниматься этим. Так, по поводу сна, почему-то взрослые забывают, но взрослым надо спать 8 часов в день. Если вы спите меньше, вы будете чувствовать упадок сил и можете даже это состояние с выгоранием испытывать. Пейте воду, особенно в жару, и в некоторых регионах у нас в сентябре жара стоит, не забывайте про это. И вот про упражнение «Радугу радости» расскажу, а потом мы ответим на вопросы. Угу. Это практическое задание, которое называется «Радуга радости». Вы рисуете радугу, это можно сделать, собственно, на компьютере, или вы можете взять ручку и бумагу. И каждая радуга – это каждая полоска, их семь – это день недели. День недели, начиная с сегодняшнего дня. У нас сегодня начинается действие радуги радости. Соответственно, у нас сегодня вторник и до следующего вторника. На каждую полоску вы ставите день недели, и на каждую же полоску вы назначаете удовольствие. Примерно 30-40 минут каждый день нужно на него потратить. Удовольствия не должны повторяться. Удовольствие должно быть личное, ваше. Очень важно, чтобы в этих удовольствиях было все задействовано, и они были частично телесные, частично ментальные, творческие какие-то или что-то еще. То есть здесь, если вы любите читать, или вы рисуете, или вы, может быть, танцами занимаетесь, назначьте себе это удовольствие. И когда это удовольствие сработало, вы его сделали, посмотрите на свое внутреннее состояние, зафиксируйте его, как вы себя чувствуете. И обязательно по окончании недели подумайте о том, как вы себя чувствовали, что вы делали, что вам принесло наибольшую радость, что вас, может быть, потрясло даже. И когда вы поймете, да, что ваше состояние изменилось, а вы это точно поймете, потому что после недели выполнения тонус обязательно повышается. Повторяйте радугу в те моменты особо грустные, особенно зимой или поздней осенью, когда не хватает радости, не хватает какого-то движения, драйва. Это правда помогает. Это правда очень легко сделать. Я вот пока Евгения говорила, нарисовал. Интересно. Сегодня будем заполнять. Отлично. Вопросы, которые мы поступили. Давайте, вопрос Юлии про как работать с темами, которые неинтересны, мы немножко отложим, потому что не связано с тем, что мы сейчас обсуждаем. А вот вопрос от Виктории. Вот есть группа учеников. Я так понимаю, что вы работаете в школе, получаете каждый раз школьников с нулевым уровнем, учите их какое-то время и через какое-то время... А, репетитор. И через какое-то время вы их выпускаете, они заканчивают с вами учиться, но за это время они не успевают получить результат, им он не особенно нужен. И вот эта рутина, которая повторяется из раза в раз, из раза в раз. Угу. Что с этим, как с этим жить? Я думаю, что для начала надо выдохнуть, да, потом подумать. Если вам тяжела такая ситуация, можете ли вы ее как-то изменить? Собственно, здесь надо сделать три столбика. В первом описать, что со мной происходит сейчас. Второй столбик, что я могу изменить, могла бы, да, изменить. И третий столбик, что я буду делать в ближайшее время для того, чтобы это изменить. Да, мои какие-то действия. И вот когда вы полностью свою ситуацию разберете, что именно вас, может быть, напрягает, что вам тяжело, вот школьники с нулевым уровнем. Если у вас школьники с нулевым уровнем, можете ли вы заниматься, не знаю, там, с другими школьниками или снизить количество этих школьников? То есть я не знаю вашей личной ситуации, но, собственно, вот так пройтись по
полностью по всем вопросам, которые вас беспокоят. Если в конце концов в третьем столбике вы какие-то действия уже у вас всплывут, это и будет ответ, да, что делать с тем, с той ситуацией, которая меня тревожит сейчас. Соответственно, три столбика. Что сейчас, что хотелось бы сделать и что именно я буду делать в ближайшее время. Это такой универсальный шаблон, который ко многим ситуациям подходит, но и в этой ситуации, мне кажется, он подойдет тоже. Угу. Спасибо. Хорошо, еще один вопрос, который мы уже немножко анонсировали, это вопрос про контроль, который иногда кажется избыточным, контроль со стороны родителей, себя, каких-то организаций, где мы работаем, государства, аттестации, какие-нибудь аббревиатуры, начинающиеся с буквы Е, которые любят очень в Российской Федерации, единая государственная аттестация, ЕГАУ, что ж ты бросил коня и так далее. Вот что с этим делать, с аттестациями и проверками? ФИПИ, например, страшная очень аббревиатура для тех, кто занимается... Мне больше нравится ФИСФИРДО. Вот это прямо ФИСФИРДО, это уже нет. Смотрите, ну, во-первых, знаете, не надо воспринимать на свой счет. Это всегда было, к сожалению, мы сейчас не в наших силах от этого избавиться. То есть есть такой хороший психологический принцип. Если я могу что-то изменить, я это меняю или стараюсь поменять. Если я не могу что-то изменить, я это отпускаю. В данном случае надо отпустить, не воспринимать на свой счет. Потому что, к сожалению, это так. Преподавание – это большая ответственность. И задача, собственно, государства – контролировать процесс. Это очень сложно, это нереально сложно, поэтому это, к сожалению, забюрократизированная процедура. Если у вас не очень высокая техническая грамотность вдруг, используйте Google документы. Огромное количество операций по отчетности можно автоматизировать. Разберитесь в вопросе. Некоторые вещи, на которые вы тратите по 2 часа, можно автоматически делать за 15 минут. Это правда. Очень много технических инструментов, очень много всего, что может вам помочь сократить время обработки. Но это, к сожалению, время это необходимо. И если уж вас совсем допекли проверки, попробуйте сделать так. Выделите специальное время каждый день, например, с 16 до 16.30, когда вы занимаетесь только этим, больше ничем. Заведите таймер по методу помодоро. Если кто-то еще с методом помодоро не знаком, это метод, при котором у нас... Это специальный таймер, видите, он у нас на картинке, и вы на нем устанавливаете время, например, 25 минут, и 25 минут вы занимаетесь только этим, не отвлекаясь, больше ничем. Но когда 25 минут закончились, вы... Либо вы совсем прекращаете сегодня эту деятельность, либо вы делаете 5-минутный перерыв и следующие 25 минут ей посвящаете, и того получается час. Этот метод очень помогает, когда нужно делать не очень приятные, но необходимые дела. И таймеры эти даже продаются. Угу. Да, велика роль тайм-менеджмента в нашей жизни. Вопрос, который последний у нас остался из заготовленных, это вопрос о том, вот уже по сообщениям разных моих коллег, которые работают в школе, в ВУЗе, да, учебный год начнется 1 сентября, но там будут разные звонки в разное время, разная, то есть рассадка специфическая, и чуть что, так мы сразу уйдем обратно к дистанту. Как это будет выглядеть, конечно, совершенно никому не ясно, особенно для тех, кто работает в вузах, в школах. И вот как переживать, что у нас опять начнется вот это техническое безобразие, которое было у многих в апреле и мае. И даже Zoom, великий и могучий, падал на целых 2 дня.
Да, на самом деле в удаленной работе просто нужно привыкнуть и некоторые меры принять, а так нет ничего страшного. Мы с Каенко работаем удаленно. Многие из нас уже много лет работают удаленно. Смотрите, что очень важно здесь. Выделите рабочий уголок. Понимаете, если у вас нет возможности выделить отдельный кабинет, не у всех такая возможность есть, очертите магический круг, как в Вии, и не пускайте туда никого. Не пускайте, ну, некоторых животных, конечно, невозможно не пустить, но всем, кому можно объяснить, что туда нельзя, нужно объяснить. Не обедайте за компьютером. И это правда важно. Когда вы обедаете за компьютером, у вас смешивается ваша личная, так сказать, домашняя жизнь и жизнь рабочая. На самом деле очень важно отделять. Держите все под рукой, чтобы вам не нужно было бегать на другой конец комнаты. Купите себе хорошие подставки, сделайте полки, чтобы вы могли поднять руку и достать то, что вам нужно. Найдите традицию окончания рабочего дня. Может быть, это там для кого-то смешным покажется, но на самом деле это работает. Кто-то звенит в колокольчик, кто-то закрывает крышку ноутбука, кто-то что-то свистит, даже есть у меня такой коллега. После этого вы к работе не возвращаетесь. Ваш дом снова стал домом, да, домашним домом, да, а не рабочим домом. И найдите эту традицию, такую личную для себя. Если у вас какие-то животные, то просто не переживайте. И особенно, если они быстро перемещаются. Да, они иногда попадают в кадр, но здесь нет ничего страшного. И, собственно, практически все люди любят котов или собак, или всех сразу. Повышайте уровень технической грамотности. Это прям важно. То есть, если вам нужно что-то сделать, оно должно быть сделано. Если вы не понимаете, как, найдите способ сделать. Так, и, ну, собственно, опять же, отпустите ситуацию. Если нам всем назначат дистантное обучение, деваться нам все равно будет некуда, поэтому надо максимально подготовиться, многое сделать, и тогда будет гораздо легче работать дома. Угу. Про вот не есть на рабочем месте, это еще и техника безопасности, да. Потому что я не так давно, с ним закончив разговор, снимая наушники, положил их в кружку с горячим кофе прям внутрь. И это было довольно неприятно. Да. Да, вот у нас участники, вот Олег пишет, что пьет шипучие витамины. Хорошая мысль, собственно, про витаминку, отдых. И, правда, торжественно закрывать крышку ноутбука. А у меня, например, лампа. Я выключаю две лампы, выключаю компьютер, все кладу, снимаю там очки для компьютера, и все, рабочий день закончен. Угу. Так, ну что, мы закончили, да, Антон? Да, по нашим заготовленным вопросам, да. Теперь вопросы я очень прошу задавать как можно больше. У нас еще есть достаточно времени для того, чтобы ответить на них. Но вот вопросы, которые уже были заданы, я их выписал и сейчас постараюсь озвучить. Вопрос про лингвокоучинг. Я его, с позволения автора, немножко переформулирую, потому что вопрос звучит примерно так. Какую литературу по лингвокоучингу вы бы посоветовали, вопрос от Марии. Но в сути вопрос вот что. Преподаватель – это не только знание языка и методики. Это еще и что-то. Вот что это еще, помимо знания языка и методики преподавания, то есть таких хард-скиллов, которые у каждого, ну, в общем, должны быть вроде как. Что еще нам нужно и что можно почитать для того, чтобы хотя бы очертить себе вот эти границы своего скиллсета, говоря таким странным языком? Очень помогает возрастная психология. И вообще психологические периодизации могут помочь. Следующее. Теории поколений, поскольку мы бывают из разных поколений с нашими учениками.
Соответственно, теория поколений, вот есть такая теория Штросса, если я правильно фамилию назвала, про то, как различаются разные поколения, как именно они воспринимают информацию и что они с ней потом делают. Очень полезным было бы почитать что-то из материалов по работе мозга. Вот американские материалы, есть очень интересные книги. Сейчас вот прям сходу название не вспомню, но в принципе любое популярное издание, которое объясняет, как мозг работает и что внутри него происходит, будет полезно. И, наверное, ну не знаю, тайм-менеджмент, потому что в работе преподавателя очень много разных занятий, заданий, и надо учиться их структурировать. Вот как-то, если вкратце. По нейрофизиологии, ну, именно про, потому что по нейрофизиологии читать работы – это довольно больно. Нет, что-то популярное. Вот, есть авторы, которые очень интересно, доходчиво пишут, но эти авторы не российские, да, есть хорошие переводы интересные. Вопрос, я вижу вопрос, на который мы не ответили по поводу, от Анны по поводу уверенности, но перед этим вопрос от Юлии, по-моему, о том, как с учеником работать над темами, с которыми он работать не хочет, которые он вот, мне этого не надо, я это не буду, мне это не нравится, дайте мне 48 глаголов с корнем грузить. У меня был такой ученик русского к иностранному, он работал директором по закупкам, ему все вот разгружать, погружать, перегружать, это ему было интересно, а вот это вот все вот эти падежи, это сами с ними говорились. Через, ну, нет, на самом деле я тоже как бы не пророк, нет у меня такого универсального ответа, но я бы попробовала через интерес. Если он совсем не хочет, давайте попробуем связать. Если нам нужны неправильные глаголы, давайте свяжем их с интересами ученика. Если совсем ничего не связывается, давайте подумаем, какой, вот еще, знаете, здесь вот какой вы хотите КПД от этого урока, если ученику это совсем не интересно. Если вас устроит 30%, понимаете, то как бы хорошо. И ученика устроит, и, например, его родители устроят 30%. Что, то есть давать не всю массу, да, урока, а дать только основные выжимки и с этими выжимками работать. То есть, ну, не знаю, условно говоря, если мы русский язык учим, если ребенок выучит на уроке подлежащее и сказуемое, собственно, это два слова, да, и три палочки, то мы считаем, что этот урок удался. Поэтому, если ребенок тяжелый, не ставить слишком амбициозных целей себе, как преподавателю. Ставить цели по, как бы по уровню ученика и чуть-чуть выше. Тогда будет все нормально, чтобы не было большого разрыва. Если вы работаете со взрослым, ну, это если у вас такой взрослый ученик, то что мне помогало? Я рассказывал ему, о чем он не сможет поговорить потом. То есть если мы это скипаем, вот эту тему, большой блок информации, то хорошо, проблем нет, но вот эти зоны, вот эти речевые сценарии, которые он мог бы воспроизвести, зная ее, он воспроизвести не сможет. Если его это устраивает, пожалуйста. Но это такое, это, конечно, когда уровень осознанности уже повыше, чем детей, наверное, не сработает. Так, прекрасно. Вот нас упрекают в том, что мы не ответили на вопрос о том, как все-таки быть в себе уверенным. У Анны около 10 учеников, нет критики, но все равно в профессионализме есть сомнения. Или это вообще нормально сомневаться в своем профессионализме? Это я спойлерю свой возможный ответ. Не надо, но как сказать, вообще нормально в себе сомневаться, потому что мы все люди, да, мы можем тоже ошибаться. Я бы так сказала. Дайте себе право на ошибку. То есть каждый человек, даже если он преподаватель, имеет право на ошибку.
Но эти ошибки в совокупности, там, не знаю, не должны быть больше 10% от того, что вы делаете. Если у вас этот процент не превышает, можно даже посчитать, да, за урок, не знаю, там, за 10 уроков, если вы один раз ошиблись в чем-то, это нормально. Если вы два раза ошиблись за 10 уроков, ну, тоже ничего, но а что, ну, как бы, смотря в чем, и надо здесь изменить, выучить то, в чем вы ошибаетесь, да, изменить, улучшить. Но в целом любой человек может ошибаться. Если вы сомневаетесь в своем профессионализме, знаете, надо, может быть, стоит работать с психологом индивидуально, потому что весь вопрос в том, откуда это взялось, почему. То есть с этим вопросом надо очень глубоко разбираться, индивидуально ли это какие-то особенности, или это особенности, может быть, воспитания, или это от недостатка опыта есть сомнения в своем профессионализме. То есть здесь у каждого человека такой индивидуальный набор, из-за чего он может сомневаться. В целом это можно преодолеть, если работать над собой. Короткий вопрос от Олега. Что такое периодизация, психологические периодизации? Ну, в общем, смысл в том, что это мы все к разным, принадлежим к разным поколениям, и у нас у всех разный возраст. Каждое поколение характеризуется своими такими определенными качествами. Вот если вы будете знать, чем 10-летние от 15-летних отличаются, вам это очень поможет в педагогической работе. А разница есть, правда. Вопрос от Маргариты. Может произойти такое, что при снижении давления на ребенка у него очень сильно упадет дисциплина? Как вот найти этот баланс между давлением и дисциплиной? Бедные дети, честно говоря. Понимаете, очень важен, я про это уже говорила, очень важен интерес. Баланс нужно искать, безусловно. Вы ребенку не друг, вы ребенку преподаватель. Вы хороший, грамотный, профессиональный преподаватель, которому можно доверять. Но при этом нужно устанавливать правила, да? Что такое, что есть дисциплина? Это правила, которые вы соблюдаете. Очень важно вместе с ребенком об этих правилах договориться и придерживаться их вместе. То есть и преподавателю тоже не позволять себе нарушать правила, даже если там так сложилось или очень хочется. И когда вы установите с ребенком вот эти правила, которые вы будете соблюдать, можно даже сделать соглашение, чтобы ребенок его подписал. В разных, и это иногда работает, да, ребенок подписывает, чувствует свою ответственность, потому что с ним общаются как со взрослым, и он взял на себя, в общем, взрослые обязательства. И после того уже, как вы наладите дисциплину, собственно, и вопрос с давлением, да, если ребенок сам, важно вызвать у него внутреннюю мотивацию, желание эту дисциплину соблюдать. Да, устно тоже можно, собственно, договориться, но письменно очень хорошо работает. Не со всеми детьми, но с некоторыми. И вот после того, как дисциплина будет налажена, собственно, вам и давление большое на уроки не понадобится. Потому что у ребенка будет внутренняя мотивация соблюдать ее самостоятельно, изнутри. Вопрос про рекомендации. Спасибо большое. Я даже записался кое-что. Вопрос про литературу. Наверное, вот если Виктория не против, то мы книжки, которые советуем почитать, и те, которые здесь тоже, вот, например, Олег написал, мы их, может быть, добавим в рассылку с записью этого вебинара, ну, потому что мы можем перепутать имена, а сейчас искать это довольно много времени займет. А вот вопрос очень, как мне кажется, великолепный, которым мы, может быть, сможем завершить, даже ответом на который сможем завершить сегодняшнее мероприятие, вопрос по поводу того, как уйти в отпуск. Процитирую его, наверное, подробнее, потому что он действительно заслуживает внимания. Не хочу брать отпуск, понимаю, что иногда нужно отдыхать и чувствую необходимость, но проблема. Обстановку сменить хочу, хотя бы на дачу, но дачи нет. Сидеть дома, там, где компьютер, где рабочее место, непонятно, смогу ли переключиться.
Уехать сейчас куда-то сложно, и по финансовым причинам, и по причинам того, что путешествовать в маске с лицевым щитком – дело такое. И самое приятное – как быть? Как можно отдохнуть от работы там, где ты работаешь? И это еще и к тому же твой дом. Ну, я не знаю, Анастасия, да, как в вашей области с коронавирусом, но, понимаете, отдыхать нужно. Если вы хотите отдохнуть, позвольте себе это. Если вы чувствуете, что вы в этом нуждаетесь, отдыхать нужно. Простите, коллеги. Смотрите, что касается отпуска, обязательно у вас наверняка в том месте, где вы живете, есть какие-то места для отдыха. Не обязательно уезжать далеко от дома, чтобы почувствовать, что ты отдыхаешь. Важно вот это внутреннее ощущение отдыха в себе сформировать. Позвольте себе, ну, хотя бы несколько дней, да, краткосрочный отпуск иногда тоже важен. Запланируйте ваш отдых заранее. Есть еще очень важно чувство предвкушения отдыха. Когда вы уже запланировали его, вы знаете, когда он будет, вы знаете примерно, чем бы вы хотели на отдыхе заниматься, и обдумайте, да, почувствуйте, что отдых у вас будет. То есть важно найти то, что нравится именно вам, будь то спа, рыбалка, не знаю, прогулки с собакой, какие-нибудь местные мероприятия, знакомство с соседями. Если вы печете, например, готовите печь пироги, отдых может быть любым. Самое главное в этот момент не думать про работу. Для того, чтобы про нее не думать, надо выбрать именно то занятие, которым вы прям увлекаетесь и которым вы хотите заниматься. Даже отключение на 2 часа полностью от работы уже перезагружает мозг. Если вы день или 2 дня будете полностью от работы отдыхать, вы почувствуете разницу после отдыха. Нужно интернет выключить на какое-то время. Это больно, но правда помогает. В Беларуси государственная политика по отключению доступа в интернет периодически для психологической помощи населению. Но не во всех местах так. Хорошо, коллеги, есть ли еще какие-нибудь вопросы, на которые... А, вот последний, давайте уже совсем последний. Какие можно использовать приемы, чтобы о работе не думать, ложась спать? По-моему, прекрасно. Выключайте гаджеты за час до сна, вообще все. Не сидите в телефоне, занимайтесь деятельностью, которая с компьютерами не связана. И не связана с работой. И еще, если вы планируете... Запланируйте что-то, поставьте точку, закройте планер или там программу для планирования. Ставьте точку за час до сна в любой своей деятельности. И в течение этого часа занимайтесь подготовкой ко сну. Это поможет. Да. Это легко сказать, легко сказать. О. На гендерный вопрос мы будем отвечать по поводу женской оккупации образования? Мне кажется, Олег шутит. Олег, мне кажется, здесь нет никакой дискриминации. То есть если мужчина захочет работать в образовании, вот видите, Антон, мужчина, который работает в образовании, вот живой пример. Поэтому если мужчина захочет работать в образовании, он будет работать в образовании. Я не работаю с детьми, я только со взрослыми. Ну, со студентами еще. Ученики, когда как, да. Ну, бывают. В основном, мне кажется, что да. Я не задавал им никогда прямых вопросов, любят они меня или нет. Но, во всяком случае, относятся вполне нормально большинство. Конечно, есть иногда сложности, но... Я знаю многих коллег,
Понятно, что у меня там 80% коллег, понятное дело, девушки и женщины, но статистика примерно такая же, то есть и к ним тоже есть отношение, не всегда такое хорошее. У нас есть шанс, да. Это правда. Ну, коллеги, большое всем спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Мне кажется, что она прошла очень продуктивно. Евгении огромное спасибо за ее прекрасные ответы. Мы готовились, естественно, к событию, и я думал, что на большинство вопросов ответы у меня уже были, но, тем не менее, получилось исписать целую страничку, так что я сам получил много очень пользы, надеюсь, вы тоже. В письме, которое вы получите, будет запись вебинара и список литературы, которую мы просто советуем почитать. Ну, от меня всем удачного начала учебного года. Ну и завершающее слово Евгении. Мы пойдем. Коллеги, спасибо большое за внимание. Я вам просто хотела сказать, что давайте критично относиться к любым экспертам и выстраивать свою собственную такую индивидуальную траекторию обучения, отношения к ученикам, просто немножко помогаем. Поэтому я вас всех обнимаю, желаю успешного начала нового учебного года, чтобы все было хорошо. Мы вас готовы поддерживать, мы всегда рядом. Да, спасибо еще раз. До свидания. Хорошего дня. Всем хорошего дня. До свидания.